вашему вниманию, что сегодня крупномасштабную выставку частного зоологического собрания Алексея Григорьевича Фисенко. Этот проект очень важен для нас, потому что в Российской Федерации таких крупномасштабных выставок именно мы не знаем, хотя знаем, насколько популярны музеи природы во всем мире, кстати. И мы очень гордимся тем, что сегодня можем представить внимание жителей Свердловской области эту выставку. И я хочу прежде всего поблагодарить, конечно, владельца этой коллекции, известного путешественника, известного коллекционера Алексея Григорьевича Фисенко. Давайте, дорогие друзья, мы все поаплодируем и поприветствуем. Вы знаете, когда мы эту мысль, в общем-то, высказали Алексею Григорьевичу, автором идеи была заведующая музеем природы и куратором выставки Вера Сергеевна Скрыхина, то Алексей Григорьевич сразу откликнулся. Но если честно, Алексей Григорьевич, вы тогда сказали, там столько работы, мы не успели. Ну, так, я хотел бы сказать. Да, да, ну я просто, да. И я поэтому, позвольте, прямо вот хочу поименно поблагодарить всех, потому что огромная работа была проведена за сравнительно короткий период. Сколько ли успели? 2 недели у нас, наверное, да? За 2 недели. Значит, Фисенко Алексей Григорьевич и его команда, Александр Григорьевич, Ольга Владимировна, Андрей Борисович, Игорь Алексеевич, замечательные егеря Алексей Григорьевич тут работали, вот монтировали вот эти стенды мощные. Это Алексей, Евгений и Дмитрий. Хочу поблагодарить музейную нашу команду, Владимира Петровича Быкодорова, главного художника Ирину Рудольфовну Кибереву, дизайнера Александра Николаевича Баженова, Сумина Виталия Викторовича, Федотова Алексея Николаевича, Неумина Николая Борисовича, Аникина Константина Николаевича, Федора Кривушова, Максима Белкина, Калужникова Александра Витальевича, Гурина Алексея Евгеньевича, Шершнева Михаила Юрьевича, нашу инженерную службу электрики здесь очень много поработали, отдел по работе с посетителями. Ну вот теперь уже можно аплодировать, потому что, правда, огромная команда и огромная работа. Спасибо всем вам, дорогие друзья. И еще буквально несколько слов. Мы предполагаем, что эта выставка будет интересна и взрослым, и детям. Поэтому будут разработаны специальные образовательные программы. Мы уже приступили к их разработке. Мы приглашаем студентов и художественного училища ШАГРА, архитектурного института, муниципальных художественных училищ. Это же все можно зарисовывать и наслаждаться, и аграрного, ну, насчет аграрного не знаю, но, наверное, да, это обычный путь, конечно. Поэтому здесь уже разрабатываются квесты, и я думаю, что это будет всем интересно. Позвольте от имени всех сотрудников музея поприветствовать вас и поздравить с открытием этой выставки.